Вечерняя служба в синагоге особая. Ее слова настраивают на внутреннее содержание этого дня. Молились евреи. Было два дома, где находилась эта торбель, седра. И все это молились до войны. Постоянно, и утром, и вечером. Даже при оккупации немецкой один из домов функционировал. Кто остался, все-таки ходили. Праздники молились и знали время, и когда еще Фарбер завершался. У нас завершение было в Йом-Кипур. Чтобы начать еду, и это шафран извещал о том, что праздник закончился. Вы помните, когда будет Йом-Кипур? В следующую пятницу вечером, 29 сентября. 29 вечером. Да, и 30-го. А 30-го посядут. Была великолепная синагога. Синагога была двухъярусная. Наверху заседали, то есть дамы, а уже внизу, значит, мужчины. И там проходила великолепная служба. По всем правилам еврейских законов. А сейчас есть эта синагога? Да, конечно. Наверное, да. Да. Она была все время. Там было огромное количество людей, причем те, кто не помещался в синагогу, молились во дворе. Со стороны Кировского тверда, с обратной стороны, это в самом центре города. Кто помнит Ленинград, тот, значит, знает это место. А вы там сами были? Был. Я помню, а как же иначе? Смотри. Ура! Thank you.